Добрый день, дорогие друзья! Попросили чуть поподробнее рассказать про изготовление классических сарделек. Для классических сарделек идет смесь свинины и птицы. Фарш вместе с солью и специями, это очень деликатные специи, тщательно взбивается. Вы видите, как он меняет цвет и становится белым. В этот момент фарш очень похож на пломбир. И он такой же консистенции, как растаявшее мороженое, подтаявшее. Его очень хочется попробовать, но мы не будем с вами пробовать, потому что мы будем его помещать в специальную натуральную оболочку. Она называется черева. Вот очень-очень тщательным образом, очень аккуратно, чтобы не порвать, помещаем в оболочку. Дальше сардельки либо перекручиваются, либо перевязываются специальной хлопчатобумажной нитью. Это колбасная нить. Она никак не влияет на вкусовые качества. Делать это нужно очень тоже аккуратно, потому что натуральная оболочка требует бережного к себе отношения. После того, как сформированы сосиски, они выглядят вот так. И в таком виде они пойдут вместе со всеми ниточками на запекание. И после запекания это будет вот такая красота. Сейчас я буду все это разбирать, ниточки убирать. Посмотрите, какая сочная сарделька получилась. Супер! Пробуйте, делайте сами, у вас обязательно все получится.